делает Манчестер, в отличие от той расходясь как бы с той статистикой, которую мы с вами видели перед игрой. Фалькао снова свободно. Подача на дальнюю штангу. Надо забивать, конечно. Конечно, надо забивать. Ван Перси с передачи Фалькао. Обошлись без плеймейкеров. Один форвард, или точнее один страйкер, отдал мяч другому страйкеру. Так Манчестер соорудил быстрый мяч. Да, смотрите, здесь без центра поля даже обошлось. Предположить можно было бы, что Руни отдает налево, рисует этот треугольник в атаке манчестерцы, но нет. Все началось просто, извиняюсь, тупо с левого фланга. Обычным пробросом в сторону Фалькао. Но это расстрел в упор. А, тут еще и рикошетик. Но даже, мне кажется, если бы его не было, мяч бы зашел в ворота, потому что все идеально для Ван Перси складывалось в этой атаке. Все действительно было очень красиво и органично.